Теперь регистрировать акты гражданского состояния стало проще. С 1 января в России действует закон, по которому документы оформляются в любом отделении ЗАГС. Раньше, чтобы зарегистрировать рождение, смерть, сменить имя, усыновить ребенка или получить справки, нужно было обращаться в ЗАГС по месту прописки. Теперь это можно сделать в любом отделении на территории России. Независимо от того, где произошло событие и где находитесь вы. Также это касается изменения, восстановления и аннулирования документов. Если вы поехали в отпуск и не можете отпроситься с работы, да, и что-то сделать в рабочее время, то вы в отпуске можете выбрать любой ЗАГС и внести изменения в актовую запись, получить любую справку. На этапе тестирования сервисы рождения ребенка и утрата близкого человека. Благодаря им вы сможете регистрировать рождение и смерть без личного обращения в ЗАГС. Специальная вкладка появится на портале госуслуг. Туда будет привязываться медицинское свидетельство о рождении или медицинское свидетельство о смерти. И, ну, все это можно будет там проделать. Кроме того, в Белгородской области вышло постановление об организации государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Теперь количество гостей будет зависеть от размера зала – один человек на 4 квадратных метра. В то же время на церемонию будут пускать не более 20 человек. Многие молодожены хотят провести церемонию в необычном месте, например, в Ботаническом саду или Юсуповском дворце. Для таких случаев разработаны специальные сценарии, в которых прописаны все детали. В каждом районе будет свой сценарий, и любой брачующийся, да, он может выбрать понравившийся ему сценарий, понравившееся ему место для регистрации и отправиться регистрировать брак туда.